Красноармейский район, наравне с Чебоксарами, станет центром празднования Дня Республики. Соответствующий указ подписал глава региона Михаил Игнатьев. Глава Чувашии подчеркнул, что для муниципалитета, принимающего главный республиканский праздник, открываются возможности для повышения инвестиционной привлекательности. На подготовку ко Дню Республики Красноармейский район получит специальный грант на развитие общественной инфраструктуры. Членам правительства поручили разработать подробный план мероприятий. С учетом предложений, прежде всего, самих муниципальных образований, обращаю внимание городских властей, обращаю внимание органов власти Красноармейского района, для того, чтобы те объекты, которые нужно начинать и завершать, чтобы мы могли завершить, ну и грант предусматривается муниципальному сельскому району, это 10 миллионов рублей, кроме всех тех средств, которые мы предусматриваем в бюджете республики, ну и по городу всегда выделяли, и при уточнении бюджета будем выделять.